Дорогие друзья, уже четвертый год подряд в Сокольниках мы привозим собак из Карелии и устраиваем программу «По пути с хаски» для московских детей, для детей из специальных коррекционных школ. Сюда приезжают в большом количестве ребята, у которых ослабленное здоровье или особое здоровье, и они погружаются в мир путешествий, в мир приключений. И открывают для себя таким образом вообще что-то новое, что до этого момента было для них, конечно, закрыто. Значит, они могут кататься на собачьих упряжках, они могут проводить метеорологические исследования. В общем, делать все то же самое, что делают настоящие полярные путешественники, полярные ученые далеко на север. Они погружаются в некую полярную сказку. Поэтому давайте, пожалуйста, приходите и участвуйте в наших программах.